первое совместное учение нескольких военных частей. Я опаздывал. Опаздывал, и мой водитель сократил дорогу через чистое зеленое поле. Очнулся, был уже на земле. Потом послышался громкий, долгий кашель, как будто кто-то захлебнулся в воде. Это был водитель. Кевин, сидя на земле, держал его на своих руках, как ребенка. Но кашель прекратился, и водитель затих. Кевин, видя, что я наблюдаю за ними, сказал, что с водителем все в порядке, что ему нужно поспать, а теперь...